Добрий вечір. В ефірі 35-го телевізійного каналу. Як завжди у цей час програма «Добрий вечір». У нас традиційно цікавий та поінформований співрозмовник. І сьогодні це Ілля Шполянський, голова Миколаївської філії Асоціації інвалідів АТО та член атестаційної комісії з переатестації працівників Національної поліції України. Добрий вечір. Добрий вечір. И так, Илья, начнем то, что называется сначала. Я вначале в качестве небольшого предисловия мы говоримся так, что о тех новостях, которые касаются работы Ассоциации инвалидов АТО здесь, вот непосредственно в Николаевской области, мы планируем поговорить непосредственно с Александром Терещенком, одним ну, моим, ассоциации, моим коллегой, да, побратимом, и известным коллегой. Николаевцем, которого, собственно, уже в ближайшие дни мы ожидаем в студии. С тобой сегодня мы поговорим о работе аттестационной комиссии по переаттестации работников национальной полиции. Начнем то, что называется, сначала. Я думаю, что для большинства николаевцев, собственно, это и неизвестно. На самом деле, эта переаттестация, если я не ошибаюсь, стартовала вот буквально в понедельник. Да, да, действительно, вы правы. Всего несколько, сегодня третий день, или сейчас, нет, не в понедельник, в пятницу. Пятницу-субботу, сегодня, получается, четвертый день. Как идет переаттестация. На сегодняшний день это, по-моему, если я не ошибаюсь, третья или четвертая область в Украине, где Киев, Луцк, Одесса началась переаттестация. То есть мы одни из первых в Украине, где этот процесс идет. В чем суть переаттестации? Ну, начнем с того, что это вторая часть переаттестации. Первая часть — это была сдача тестов. Ну, наверное, многие николаевцы слышали, что сотрудники полиции — это все сотрудники милиции были в ноябре 2015 года автоматически переведены в, как в структуру национальная полиция. Ну, наверное, многим это показалось формальность. На самом деле, как мы сегодня уже видим, это не совсем так. И сегодня для того, чтобы укрепиться в статусе на конкретной должности, сотрудник должен произвести переаттестацию. Так вот, переаттестация состоит из двух этапов. Первый – это сдача тестов. Второй – это собеседование с переаттестационной комиссией. Ну, начнем с тестов. Тесты делятся на два блока. Это первый, условно общие юридические знания и специальные знания. И они получают количество баллов, определенное по общие юридическим и по специальным. На сегодняшний день все абсолютно сотрудники, то есть начиная от руководителей УВД области, это член национальной полиции области, и заканчивая музыкантом из оркестра, сдали эти тесты. Значит, в средствах массовой информации прошла такая, было много сведений о том, что эти тесты куплены, что они проданы. Ну, в общем, будем так говорить откровенно, как обычно в нашей жизни это и было. Я свидетельствую, что по работе с людьми, которые эти тесты проходили, потому как мы сравниваем действительно интеллектуальный уровень и уровень профессиональных знаний конкретных сотрудников с результатами их тестов, я сегодня делаю вывод, что так и они действительно реальные. Вот. То есть тесты куплены не было? Вброс, не который были. Произошел в средствах это массовой вброс. Информации? Это вброс. Утка? Я уже сегодня в этом уверен. Призванная дискредитировать какой-то да. в той части, собственно, процесс да. переаттестации. Да. Можно да. это утвердить? Да. Да, теперь, значит, начнем от начала. Переаттестация является на сегодняшний день абсолютно законной. Она регламентируется приказом номер 1465 от 17.11.15 Министерства внутренних дел. Любой человек может зайти, посмотреть этот приказ и внимательно его прочесть. И понимает, что весь процесс полностью законен и регламентирован вот этим приказом. И понимать, как происходит эта аттестация. Номер 1465 от 17.11.15 года, приказ Министерства внутренних дел. Вторая часть аттестации. Непосредственно собеседование. Да, собеседование. Членами комиссии. Как можно было стать членом комиссии? Да. Начнем с того, этих комиссий несколько. Я не уверен, что я уполномочен говорить, какое их количество, поэтому будем говорить несколько. Ты у нас сегодня в студии как активный общественник. Да. Вот, собственно, да. с этой точки зрения мы и общаемся. Вот, то есть их несколько, она не одна. Эти комиссии состоят из, наша в Николаеве комиссия состоит из 6 членов, 2 члена которых это представители национальной полиции из Киева,
один представитель и от национальной от полиции Николаева, не национальная полиция, а патрульная, и три общественника. По какому принципу подбирались люди, представители общественности, мне сказать сложно. Этот алгоритм, это проводила однозначно не сама национальная полиция, это проводила техническая группа, она так и называется, которая обслуживает этот процесс. Это группа по международному сотрудничеству, если я не ошибаюсь, там в этом международном сотрудничестве США, Канада, еще какие-то страны Запада, которые курируют этот процесс. Значит, что я увидел? Я точно увидел, что они не пропускали ветеранские организации общественные и сотрудников бывших правоохранительных органов. Вот, они вообще не пропускали сотрудников, бывших сотрудников правоохранительных органов. Какие еще принципы были в их подборе? Ну, в принципе, единственное, это максимальная публичность. Ну, скажем так, вот в течение нескольких дней я столкнулся, собственно, с тем, ну, это знакомые, в том числе и нашей телеаудитории люди. Угу. Собственно, и кто является вот этими общественниками, которые работают самые в комиссии? Разные. Самые разные. Но было, видимо... Я бы хотел назвать. Вот, например, Илья Шполянский, который сегодня присутствует в нашем. Да. Есть Андрей Сенченко, человек, непосредственно связанный с интернет-изданием преступности, да. У которого абсолютно устоявшаяся, я имею в виду, у интернет-издания репутация такого, да. Собственно, передового. Да, Дмитрий Плетенчук. Или, например, Андрей Ермолаев, он тоже Андрей часто бывает в студии. Артем известный николаевский общественник. То есть такие люди, ну, я не знаю... Видимо, там очень важно, чтобы были люди на слуху. Предполагается, что если человек является публичной личностью, то с ним сложнее договориться. Потому что кроме внутренних моральных качеств, этот человек еще очень дорожит своей репутацией. Это действительно так и есть. Вот, поэтому, с моей точки зрения, так. Она, конечно, безусловно, состав этих комиссий достаточно разношерстен, и он разнообразен и интересен. Можно в чем угодно подозревать членов комиссии, но только не в том, что это люди не принципиальны. Я также вот на днях общался с одним из бывших руководителей Николаевского областного управления внутренних дел. Ну, человек очень много лет проработал на руководящих должностях. С моей точки зрения, у него такая репутация, ну... в хорошем смысле такого милиционера толкового. И он говорит, вот, собственно, посмотрел на весь этот процесс, и он говорит, что, ну, как-то странно, как могут оценить действующих работников милиции люди, которые с этой работой не сталкивались? Насколько это будет объективная оценка? А представители национальной полиции, которые входят в состав, в обязательном порядке. Ну, то есть, причем достаточно высокие должности. Я не буду называть это, достаточно высокие должности. С моей точки зрения, люди высочайшего профессионального уровня, они подходят достаточно требовательно. Будем так говорить конкретно в моей комиссии, не меньше 50% собеседований по времени проводят они. Вот. Они задают именно профессиональные вопросы, они консультируют нас по уровню профессиональных знаний. Я считаю, что на сегодняшний день мы очень сбалансированы комиссии. Не хватает в комиссиях адвокатов. Я думаю, что это вот, ну, вот в каждой комиссии должно быть, как, вот адвокат это взгляд со с другой стороны процесса. Вот, и, ну, в общем, в целом, вот в моей комиссии есть адвокаты, это, конечно, вообще балансирует. Как попадают люди на собеседование, как организован этот процесс? А, процесс организован, опять же, потому что это как-то вот из разных служб приходят люди, или идет одна служба, заходит, например, следствие. И вот вы общаетесь только с представителями следствия. Нет, там все идет в разнобой. Значит, приблизительно принцип такой. Сотрудникам МВД назначают на конкретную дату, на конкретное время. Они приходят, и там уже непосредственно на месте конкретному сотруднику говорят, в какую комиссию он попадает. То есть дело в том, что даже мы, члены комиссии, не знаем, кто до момента, пока попадает к нам, кто к нам попадет. К вам приходит сотрудник, вы на него получаете некую объективку, вы на него получаете результаты тестов, которые... Да, мы получаем результаты тестов, мы получаем там характеристики от начальства, другую информацию. Кроме того, мы имеем право пользоваться любыми средствами связи, любыми средствами доступа к информации. Они у нас есть. У нас есть там какие-то свои каналы поиска ее. Мы готовимся перед каждым утром, мы готовимся с вечером. Но вы же заранее не знаете, кто к вам придет на собеседование? Ну вот непосредственно утром, да. Мы какое-то время берем, когда мы готовимся и собираем эту информацию. В принципе, как правило, этого достаточно. Потом человек приходит, мы уже непосредственно с ним на собеседование общаемся.
Ну, есть разные ситуации, кроме того, что на сайте национальной полиции и на сайте областного управления национальной полиции есть форма, в которой каждый гражданин может оставить свою информацию о неправомерных действиях сотрудников правоохранительных органов. Можно анонимно, можно с персонализацией, то есть конкретно с указанием, кто оставил эту информацию. Я прошу, это важный момент. Еще раз, как можно оставить, вот какой механизм? Ну, вот условно говоря, кто-то из наших зрителей, ну, я не знаю, очень часто сталкивался с работой, ну, например, нерадивого участкового. Это же мы постоянно слышим вот здесь по городу Николаеву. Работает самогонная точка и работает. Участковому жалуемся, он пошел там, собственно, поговорил о чем-то с самогонщиком, и они продолжают торговать. Как граждане могут вот о таких вещах оставить анонимную либо персонифицированную информацию? Ну, где? Нужно зайти, пока не поздно, пока не закончилась переаттестация, зайти на сайт национальной полиции, управление национальной полиции в Николаевской области, и там вы увидите форму, которая позволяет оставить жалобу. Зайдите там и заполните ее. Вот если вдруг там вы не находите, ну, позвоните на горячую линию, они вам проведут, покажут, где эта форма находится. Горячая линия МВД или горячая линия области, Николаевского областного управления? Я думаю, областного управления. А дальше потом эта информация как попадает к членам комиссии? Мы в режиме онлайн ей пользуемся. Вот, мы разбираем каждый вопрос. То есть, если по конкретному сотруднику правоохранительного органа есть какая-то информация, вот, но это не значит, что мы огульно, вот, кто-то написал, там, что он там кого-то там, я не знаю, кто-то пожаловался на какую-то ерунду. Или, может быть, не ерунду, например, пожаловались о том, что следователь закрыл дело. Но следователь закрыл дело, потому что это, ну, в рамках законодательства, потому что нормативная база ему предписывает так сделать. Ну, мы разбираемся в этой ситуации. А сколько у вас есть времени, чтобы разобраться по каждому? Сколько мы считаем нужным? То есть надо, мы, лимитов нет? Бывало и 40 минут мы общаемся. Вот, то есть это столько, сколько нам надо. Кроме того, у нас же есть возможность отправить сотрудника на полиграф. Вот, то есть мы задаем вопрос, вы искренне в своих ответах? Человек говорит, да, конечно. Ну, мы говорим, да. Ну тогда, если у нас есть сомнения в этом, мы имеем полное право отправить человека на полиграф и убедиться в том, насколько он был искренен. Я общался, собственно, вот после того, как проходили аттестацию, сотрудники патрульной службы, и там же, собственно, часть бывших сотрудников госавтоинспекции, так или иначе, они попали в эту структуру. И вот человек, прошедший полиграф, говорит, что его можно обмануть. Главное быть уверенным в своей правоте. Я думаю, что это зависит очень сильно от полиграфолога. Вот. А вот полиграфолог в этот раз, это очень серьезная компания обслуживает. Ну, пожалуй, вы сначала там подбирали. Это очень, в этот раз очень скрупулезно подошли к подбору компании, которая будет обслуживать этот процесс. Насколько я понимаю, если сотрудники комиссии, члены комиссии постарались и правильно подготовили информацию для полиграфолога, и полиграфолог будет, ну, я слышал о таком случае, когда в Киеве полиграфолог работал 12 часов с конкретным человеком, сотрудником полиции. Вот, он выведет на чистую воду. Ну, понятно, что никто за полученную пачку бумаги отчислять сотрудника из органов не будет. Мы прекрасно понимаем, что тогда уйдут все. Ну, про полученные пачки бумаги чуть ниже. Это на самом деле очень важный момент. Пока еще вот о чем. А вот вы непосредственно, ну, то, что называется общественники, без определенного опыта подобной деятельности. Ну, я не знаю, вам какую-то методику преподали до того, как вы приступили к собеседованию? Ну, тут и да, и нет. С одной стороны, мы, конечно, прошли определенное обучение. Оно было в первую очередь в рамках разъяснения законодательной и нормативной базы этого процесса. А во-вторых, с нами поделились общественники информации, общественники из других областей. Какие есть наработки, какие есть тонкости этого процесса. Очень много сейчас дают открытые источники информации. Вот. Кроме того, мы пользуемся информацией из разных источников. Это есть люди, которые или имели отношение к правоохранительным органам, или люди из адвокатских кругов,
которым мы собираем информацию, получаем. И ну, наиболее одиозные сотрудники правоохранительных органов, которые ставили вместо того, чтобы заниматься работой, а действительно занимались вымогательством и другими противоправными действиями, ну, на поток это поставили, я уверен, не пройдут. Хорошо. Также не могу не спросить, ну, такое вот некое настроение, и оно уже даже не один день, не одну неделю, не один месяц витает, это настроение вот среди сотрудников правоохранительных органов, которые испытывают, ну, даже я не знаю, как это правильно сформулировать, некую обиду по поводу происходящего. Мы слышим о том, что, ну, так или иначе, там, плохие или хорошие, но люди, собственно, выполняли свои служебные обязанности, выполняли приказ. Значит, что люди получали специальное образование, строили планы, строили карьеру. Ну а теперь все это вот так вот оборачивается, нужно пройти вот эту вот некую процедуру, и потом ты останешься, либо не останешься дальше в этой правоохранительной системе. Мы слышим о том, что ну вот многие офицеры прослужили не просто год-два, годы, десятилетия. Десятилетия? Нет, 20 лет. И сейчас просто должны будут уйти, не да. пройдя такое собеседование, просто да. уйти, там, условно говоря, в народное хозяйство, перечеркнув тем самым все, что, всю свою предыдущую часть. Ну а какой жизни. У нас уровень доверия у общества к полиции? Он известный. Но вы вот сталкиваетесь вот с этим настроением? Да, ну, конечно, неприятно. Конечно, все люди, я вижу, что они это чувствуют своим унижением. Ну я просто, я понимаю в какой-то степени их. Мы стараемся максимально корректно по возможности общаться, и не по возможности, мы стараемся совершенно корректно общаться и создавать атмосферу доверия, ну, насколько это возможно в этой ситуации. Понятно, что если человек всю жизнь привык кого-то допрашивать или опрашивать, а тут опрашивают его, понятно, что он чувствует определенный дискомфорт. Это ясно. Мы, естественно, задаем мы неудобные вопросы. Это понятно, что в этой ситуации. Но сейчас ситуация какая? Нужно попробовать вывести полицию на новый уровень. Ну давайте мы сейчас, я скажу то, что уверен, очень многие зрители не знают. В национальной полиции в два раза повышены зарплаты по отношению к той, которая была в милиции. Сегодня следователь 25-летний, а следователем может стать сегодня, учитывая дефицит кадров, может просто человек с юридическим образованием, не специальным, может просто прийти стать следователем. Ну, есть там в 25-24 года 5,5-6 тысяч гривен. Например, там в районе каком-то там, ну, таком дальнем, да, там, Братска или Веселиново, или еще дальше. Вот, извините меня, это приличная зарплата. Ну, это приличная зарплата, на нее можно работать и не брать взятки. Вот, и нужно сказать, что я вот, ну, мы видим много таких сотрудников, которые действительно вот работают за зарплату, это правда, они такие есть. Вот, и понятно, что мы видим сегодня, что многие сотрудники боятся потерять работу, потому что это... ну, пойди сейчас такую работу найди. Вот. То есть, если бы зарплаты не подняли, в этом процессе вообще не было бы никакого смысла. Потому что... А теперь о том, о чем вот начали говорить выше. Но вопрос ведь не только в зарплате, но еще и в материальном обеспечении, непосредственно служебной деятельности. Это не является секретом, что ранее, я думаю, и по сей день, ну, в лучшем случае сотруднику, например, там выдавался... Ну, автомобиль, например, служебный, заправить, отремонтировать, поменять на нем резину, человек должен был, ну, извините, за свои деньги. И отсюда возникала вся эта история, которая в конце концов и привела вот к той печальной ситуации, в той печальной ситуации, которую мы наблюдали. Это один из аспектов. То есть, так вот, все-таки вопрос не только в зарплате, но и в обеспечении материальной стороны служебной деятельности. Не то, что не уполномочен, я не совсем в курсе, какая сейчас ситуация с материальным обеспечением, но все следователи и все сотрудники говорят, что они наконец бумагу стали получать. Ну, правда, они говорят, мало, им пока дали там по пачке, но что-то они стали получать. То есть, в моем понимании, без полного материального обеспечения топливом, автотранспортом, канцелярскими товарами, ну, пожалуй, формой,
все это бессмысленно, потому что все равно человек должен будет унижаться, придумывать, участковый должен будет ездить, ему надо будет заправлять машину, и своей зарплаты он не будет заправлять, почему он действительно это не обязан делать. Поэтому я уверен, что это только часть реформы, это одно звено. Без остальных составляющих, но все-таки к этому звену добавили второе, это достаточно высокие зарплаты. Ну, понятно, что $200 это очень мало. Хорошо, а вот это, кстати, важный момент. Вот мое личное убеждение, как просто жителя этой страны, оно может быть ошибочное, но оно таково, что действующий министр внутренних дел и, скажем, действующее руководство МВД не готово на самом деле реформировать. Много пиара, много фейсбука и все. Я тоже так был уверен. Вот я пока не пришел на комиссию, вообще, честно говоря, я, чтобы зрители понимали, что это неоплачиваемый труд, и мы не имеем от этого никаких ни преференций, ни права, нам бесплатно дают кофе, угощают. Ну, собственно, вы как волонтеры работаете. Да, то есть волонтеры. Мы как работаем как волонтеры, это чрезвычайно тяжелый труд, который, очевидно, что добавит мне врагов. Вот вряд ли мне добавят друзей, и невероятно морально изматывающий. Вот, но это страшная ответственность. То есть ты либо уволишь хорошего человека, либо оставишь... Ты принимаешь решение по судьбе человека. По судьбе человека или страны. Ну да, вот так. И хорошо, вот в этом труде, собственно, появляется убеждение, что это настоящая реформа. Да. Не муляж? Вот, представляете, я, честно говоря, я был уверен, что... Почему я пошел? Потому что я был уверен, что это муляж, но вот тут не хотелось со стороны бросаться камнями и говорить, вот это все ерунда. Я хотел прийти, убедиться, что мне сейчас придут и расскажут, кого принимать, кого нет, и со спокойной душой уйти и там расписаться. Все, это ерунда. Мне оказалось, что нет. Хорошо, но вам же в любом случае довели там, я не знаю, какие-то контрольные цифры. Ничего. Не поверите, но ничего. Насколько я понимаю, что вот этот процесс переаттестации, он еще связан и с некой штатной реорганизацией. Что в моем понимании означает, что, условно говоря, сегодня в гарнизоне милиции 1000 человек, в конце должно остаться 600. Но все равно же вот как-то... Получается, сократили уже все должности, какие есть, ввели новые, там реорганизация, она настолько масштабная, то есть какие-то службы полностью убираются, но какие-то создаются новые. Ну вот как это было, например, с патрульной полицией, да, то есть ГАИ полностью ликвидировали, там осталась только часть, следственная часть и там организация дорожного движения. А ГАИ ликвидировали и ликвидировали патрульно-постовую службу, ввели патрульную полицию. Вот так же и здесь, то есть какие-то службы ликвидируются, какие-то сливаются и так далее. Но в целом на сегодняшний день из того общения, как я понимаю, у меня нет цифр, но как я понимаю, в целом есть дефицит кадров. Теперь после этой переаттестации он будет еще больше. Но хочу подчеркнуть, никаких абсолютно рекомендаций по количеству, сколько нам нужно сократить или наоборот, сколько нам нужно оставить, нет. То есть комиссия вправе, теоретически рекомендовать к увольнению 100%. Вот, или оставить 100%. В том числе начальника УВД или его аттестует кто-то другой? Значит, в силу того, что начальник УВД области и его заместители, это они... их нанимателем является Национальная полиция Украины, а они тестуются в Киеве. Но, честно говоря, пока так как процесс этот идет, я думаю, что в Киеве там тем более-менее будет возможности каких-то договорников. Хорошо. Сколько еще будет продолжаться этот процесс переаттестации? Там же все равно какие-то временные... Там же, получается, идет сначала аттестация, потом начинает заседать апелляционная комиссия. То есть процесс какой? Если меньше определенного количества баллов набирает, то не имеет права на апелляцию. Если больше, то имеет право на апелляцию. То есть то ли рекомендация по понижению, то ли увольнение, имеет право на апелляцию. Апелляционная комиссия тоже формируется точно по такому же принципу. Может быть, она просто там количественно будет больше, я деталей не знаю. Насколько я понимаю, вместе с апелляционной комиссией еще месяц-полтора. Не знаю, наверное, подводя итог разговору, давайте еще раз напомним гражданам о том, что они тоже могут участвовать в этом процессе. Не только специально делегированные волонтеры. Вот чтобы не получилось потом, то есть вот смотрите, как получается. Мы о том, что нужно заходить на эту форму и заполнять, трубим
уже 3 недели. Об этом говорят все, об этом, ну, вот везде, где только можно было, написали. В результате там всего лишь там, ну, какое-то, с моей точки зрения, количество записей, которое значительно меньше, чем правоохранители, которые могли делать нарушения. Вот такой вот парадокс. Все люди жалуются, говорят, что плохо, плохая милиция и так далее. Если есть конкретные факты, зайди, напиши. Может быть, это будет польза. А может быть, наоборот, кого-то похвалить хотят. Ну, зайдите, напишите. Может, действительно, есть такие люди, которые достойны повышения. Кстати, вот об этом хотелось бы поговорить, о в целом картине. Вот картина какая. А это будет, собственно, мой финал. Подведем итог. А, это финал, да? Вот. Поэтому я очень прошу, пожалуйста, заходите на сайт Национальной полиции, областное управление Николаевской области и оставляйте свои те данные, которые вы знаете о неправомерных действиях. О правомерных, либо позитивные, либо негативные, но любые комментарии о сотрудниках. Там как-то не предполагается, но я думаю, что если внесут, то это обязательно будет учтено, обязательно будет учтено. Ну и все-таки, и теперь подводя итог разговора, как общее впечатление от этого, в общем-то, всего непростого процесса, о котором вы сказали? Вы. Ну, есть совершенно очевидные группы. Есть самая многочисленная группа вообще гнетущая. Ну, вот честно, говорю откровенно, впечатление гнетущее. Результат многолетнего развала правоохранительных органов налицо. То есть есть самая большая многочисленная группа. Это люди, которые, ну, интеллектуальный уровень которых оставляет желать лучшего, и уровень умения общаться, знания законодательной базы, но которые просто вот делают свое дело, делают ее, наверное, ну, не так и плохо. Вот, и в тех нелегких условиях, в которых они оказались. Есть достаточно малочисленная группа, есть группы риска, это оперуполномоченные, следователи и так далее, какие-то руководители отделений, которые, ну, просто поставили эту работу себе на личную наживу и личное влияние. Ну, там просто есть отвратительные эпизоды. Ну, в общем, мы их все знаем, мы эти люди у нас много лет на виду, что это рассказывать. Есть небольшая категория людей, которые злоупотребляют спиртными напитками, наркотиками. Ну, это очевидно, это видно. Вот. Ну, мы не можем, у меня нет доказательств, но я так предполагаю. Вот. Их относительно немного. И есть очень небольшая, ну вот чрезвычайно мало, но они есть, вот действительно лучики света, то есть люди, которые вот просто, они прямо вот светятся от своей работы, они ее любят, у них горят глаза, когда они не говорят, они хотят развиваться, они хотят идти вперед и показывают высокий уровень знаний. Кстати, надо сказать, что вот тесты, они достаточно коррелируют, то есть видно человека по тестам, ну не всегда там есть нюансы, но в общем видно. Вот. То есть есть на кого ставить ставку, есть кому работать. В принципе, если тем людям, которые, ну и как правило, будем говорить откровенно, ту категорию, которую я назвал последнюю, к сожалению, это люди, которые, как правило, в званиях очень сильно отстают. Ну, вы знаете, да, вот есть последовательность, там выслуга, там 5 лет звания, 5 лет звания. Вот эти люди, как правило, на 1-2 звания отстают. Вот, как правило, очень часто им их руководство дает негативные характеристики. Ну, есть такая тенденция. Вот. Я уверен, что этот процесс... Я правильно понимаю, к вам приходит человек на собеседование, вы получаете характеристику, она негативная, вы с ним начинаете общаться и открываете, что это умный специалист, знающий законодательство. Это ужасно, но это бывает. То есть, представляете, в каком вообще, ну как... Нет, не в параллельном, в каком извращенном мире мы живем. То есть там, где да, это нет, и наоборот. То есть так тут открываешь, то есть приходит человек, который, ну, там, я не считаю, что это Ален Делон или какой-то прекрасной физической форме, но там просто, ну, расплывшийся человек, который не видно, что он не этот. Он там смотришь, у него там, ну, данные по его физической подготовке и так далее, это там просто супермен перед тобой сидит. Ну, я условно, конечно, я утрирую без того.
Вот. И там читаешь, ну просто ангел. То есть про характеристики читаешь ангел. Открываешь там в интернете, просто есть ролики, видео, где он там хамит людям, там хамит журналистам. Ну, я условно, конечно. То есть это какие-то частности. Да? И наоборот. То есть бывает, там приходит там человек, там мастер спорта, там, ну, видно, увлекается, от зубов отскакивают законы, он нормативку знает наизусть. Видно, про него нет ни одного негативного отзыва. Там информаторы наши говорят о нем очень хорошо. Руководитель характеристику дает отрицательно. Он может вообще написать, что не рекомендую. Не відповідає займаній посаді. Хотя он там занимает какую-то должность. Смешно. Вот такое вот бывает. Вот такое вот. Это, вот и наша задача, в том числе волонтеров, вот это искривленное вот это пространство постараться вернуть, хотя бы попытаться вот вернуть в какое-то вот нормальное поле. Что тут можно сказать? Хочется пожелать вам успеха и удачи. Я, наверное, выгляжу перед телезрителями романтиком. В решении такой непростой задачи. Илья Шполянский, глава Миколаївської філії Асоціації інвалідів АТО та член атестаційної комісії з переатестації працівників Національної поліції, бувся нашим гостем та відповідав на наші питання. Дякую, на краще, успіхів вам. Дякую. До бачення.